Друзья, всем привет! Меня зовут Алакина Арина, я тренер Gold Fitness Hampton, и сегодня у нас с вами будет круговая тренировка. Будут круговые тренировки, силовые упражнения, упражнения функциональные, упражнения кардио. Пожалуйста, подготовьтесь. У нас с вами для использования нужны гантели. Ковер, у меня будет платформа, она, в принципе, нужна будет только для одного упражнения. Вы можете работать либо без подъема, либо поставить, например, книги или какие-то подручные средства. Также у меня здесь приготовлена вода, полотенце, я в кроссовках для удобства. Все проверили? Начинаем. Естественно, с разминки, стопы на ширине таза, подтягиваем пресс, собираем лопатки и начинаем с динамической разминки. Движение головой в сторону и вперед-назад также. Сразу подтягиваем пресс, собираем лопатки, настраиваемся на тренировку. Движение головой в сторону. Проверь сильный пресс. Взгляд прямо, переходим на плечи, лопатки собраны. Большой круг. Давай еще 8 счетов. 8, 7, 6, 5, 4. Разгоняем кровь, да, по телу настраиваемся на работу. Потянись ко мне, сделаю вдох и выдох. Круглая спина, подтягиваем таз. Сильный пресс. Мягкая верхняя часть тела сейчас. Вытягиваем позвоночник. Готовимся. Стоп, руки на пояс. Обрисовываем большой круг. Прогреваем тазобедренный сустав. И также в другую сторону большой круг. Хорошо. Отлично. Переходим сейчас на легкий бег. Очень легкий такой, как челнок. Сильный пресс. Руки зафиксированы рядом с корпусом. Нам нужно чуть-чуть приподнять пульс, да? Давай добавим захлёст. Руки точно так же, комфортно. Либо вдоль тела, либо на пояс. Дышим, не забываем улыбаться. Хорошо. И завершим движение джек-джек. Давай, 8, 7. Пятки ставим на пол. Давай еще 4. Молодец. 3. До конца. 2, 1. Марш. Вдох. Выдох. И еще разок вдох. Выдох. Оставь руки наверху. Замок. Легкая пружина. Тянем руки назад. Растягиваем переднюю поверхность тела. Также в обратную сторону. Одна сторона. Другая. Поднимаем руки вверх. Уходим на боковой наклон в одну сторону и в другую также. Класс. Стоп. Руки на колени. Пружина. Подготавливаем нижнюю часть тела к работе. Колени в сторону. Ха. Отлично. Ладошки поставим на пол. Посмотри на меня. Пружинка. Еще 4, 3, 2. Смена стороны. Точно так же. Колени открыты. 4, 3, 2, 1. Поднимаемся вверх. Собираем стопы. И через круглую спину медленно вырастаем вверх. Делаем вдох, выдох. Ну что, отлично. Мы переходим к первому упражнению в нашей круговой тренировке. Хочу вам сказать о том, что у нас будет работа по минуте. Поэтому, если есть возможность себя контролировать, можете подглядывать на время. В течение 20 секунд отдыхаем, разбираем следующее упражнение и продолжаем. Всего сегодня будет 3 круга. Между кругами отдых 1, ну, может быть, 1,5 минуты. В этот момент как раз будем отдыхать, пить, вытираться. А пока, Паша, я буду работать с весом. У меня очень маленький, чисто символический вес. Вы можете, естественно, взять вес побольше, если хотите нагрузку побольше, либо работать вообще без веса. Посмотри, ноги сгибаю в коленях, вес кладу на тазовые кости, подтягиваю пресс и начинаю выполнять движение вверх. У нас ягодичный мост. Выдох наверху, внизу вдох. Чувствуем работу ягодиц, ну точнее пока не чувствуем, да, мы с вами только начали работать. Стараемся вытолкнуть себя вверх за счет
ягодиц. Подключается вся задняя поверхность бедра, бицепс, ягодицы. В верхней точке обязательно на секунду задержаться, насладиться мышечной работой, почувствовать работу там, где надо. Обратите внимание, поясница не работает. Работают бедра и ягодицы. Хорошо. Определите для себя сейчас, легко вам или сложно. Если легко, можно добавить в следующем круге вес. Давай, еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, до конца еще 2 раза. За последним разом задержись. Сильные ягодицы. И допружиниваем вверх. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Опустились вниз. Быстренько обняли колени, расслабили поясницу. Поднимаемся аккуратно вверх, без рывков. Нам также понадобятся эти же гантели. Посмотри, я кладу их на ковер. Разделяю его гантелями на 3 части. Буду работать чередованием. Выпад. И присед. Посмотри, опорная нога всегда будет находиться между гантелями. Лопатки собраны, подтянут пресс. Внимательно посмотри на меня. Выпад. И ухожу на присед. Повторяй вместе со мной. Хорошо, старайся опускаться во время приседа близко к параллели. Класс. Заметили, да? Мы сначала с вами сделали работу на ягодице. И только после этого переходим к более многофункциональным упражнениям. Давай еще 10 раз. У меня в руках веса нет, да? Но мог бы быть. Если вам хочется упахаться побольше, берем вес. Любой, кстати. Не обязательно гантели. Еще пару раз. Вдох. Выдох. И последний раз. Оп. Хорошо. Good. Меняем сторону. Все то же самое. Опорная нога между гантелей. Вдох. Выдох. Оп. Молодец. Выпадаем глубоко. Фиксируем себя в нижней точке. Еще. Вдох. Выдох. Старайся отталкиваться ягодицы опорной ноги. Опускайся глубже. Давай, еще 10. Выдох. 9. До конца. 4. 3. Еще 2. Давай. Последний раз. Глубоко. Хорошо, сбросили ноги. Все те же гантели, да, мне нужны сейчас. Дальше отдыхает вниз. Работает вверх, лопатки, спина. Посмотри, я стою так, чтобы корпус находился под 45 градусов примерно. Поясницы прогиба нет, да? Сильный пресс, сведены лопатки, голова не уходит назад, шея расслаблена. Выполняю 2 движения в статике, сведение лопаток и движение за руками вперед. Просмотри, корпус неподвижен, ягодицы сильно не уходят назад, статически удерживаем корпус в правильном положении, чувствуем работу мышц спины, да, не поясница сейчас болит там или шея, ощущаю мышечную работу. У меня сегодня очень халявный вес. Вы можете взять вес побольше. Тогда и нагрузка будет потяжелее. Смотрите, я смотрю прямо, да? Не подглядываю, вес распределен равномерно. Выдох. 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 Давай еще 10 повторений. 10. 9. 8. 7. 6. 5. До конца. 4, 3, еще 2 раза, 1. Хорошо, поднимайся вверх, округляемся легонько, расслабляем спину.
Класс! У нас работали ноги, работала спина, теперь мы это все, конечно же, соединяем, да? И совмещаем это в следующем упражнении. Посмотри, я фиксирую себя в статике, это будет присед. Понадобится нам, кстати, одна гантель. Посмотри, гантель перед собой. Я во время приседа, не поднимаясь вверх, не опускаясь, фиксирую себя в статике. Гантель уходит назад к бедрам. Вторая рука уходит в сторону. Совмещаю работу ног и спины. Класс, кстати, спина у меня уже подгорает немножко. Выдох. Чем глубже я сижу, да, тем больше работы на ноги. Отлично. Продолжаем работать. Отлично. У нас еще 20 секунд работы впереди. Не останавливаемся. Давай еще 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Терпим. 2. 1. Класс. Сбросить ноги. Отдыхаем немножко от силы. Дальше маленький функциональный движение, ладно, будет одно. Мы сделаем с вами бёрпи. Напоминаю вам, что все зависит только от вас. Вы можете делать движение с прыжками, можете делать его на шагах. Исключительно ваша инициатива. Мы начнем с простого. Если будет желание, будем усложнять движение руками вверх. Проходим вперед. Опускаемся через планку. Вниз. Толчком. Прыжком. И вверх. Продолжаем вместе со мной. Посмотри, это можно делать на шагах, да? Можно добавить прыжки вверх. Я буду делать на шагах. У каждого свой вариант движения. Ух! Прыжки увеличат нагрузку, да, вы в курсе? Вверх. Мы сейчас с вами поднимаем пульс. Адреналин. Отлично. Не забываем дышать обязательно, да? Если вдруг хочется попить между движениями, делаем глоток воды и продолжаем. Это не страшно. Жидкость должна поступать в организм по желанию. Если пить не хочется, не пьем. Давай, еще 5 раз. Супер, дышим. 4. Выдох. И еще 3. До конца. Терпим, терпим. Еще 2. И последний раз. Толчок. Рывок. Отлично. Дышим. Очень хочется помочь жировать, да? Отлично. Дальше переходим вниз. Будем работать на полу. Помните, я вам рассказывала про платформу. Если у вас ее нет, не страшно. Мне комфортнее работать сейчас будет с подъемом от пола. То же самое можно делать и без платформы. Посмотри, я кладу руки на самые края платформы. Сейчас кисти и грудная клетка в нижней точке будут определять линию. Опускаемся, вдох. И грудными мышцами выталкиваем себя вверх, выдох. Меняем постановку рук. И делаем то же самое с узкой постановкой. Буду чередовать широкую и узкую постановку. Опять, да, если вам хочется побольше нагрузки, поднимаемся на стопу. И мы меняем движение через прыжок. Да, добавляем нагрузку индивидуально. Начните с простого и постарайтесь удержаться на этом движении. Не старайтесь выбиться сейчас первые 20 секунд по максимуму, да, чтобы потом помирать.
течение минуты мы распределяем нагрузку. Я болтаю, вы делаете. Да, у нас с вами осталось еще 20 секунд работы. Чередуем сейчас широкую и узкую постановку грудными мышцами и трицепсом. Выжимаем себя вверх. Давай еще 8, 7, 6, 5. Работаем в своем темпе. 4, 3, 2, 1. И уходим на вытяжение. Обязательно расслабляем плечи, спину, грудные. Класс. Поднимаемся вверх. Отлично. И в обратную сторону. Супер. Дальше ложусь вниз. Все, мы уже с ней встаем в этом кругу. Опускаемся лежа. Будем совмещать работу всей задней поверхности, то есть ягодицы и лопатки. Посмотри, голова внизу, шея расслаблена. Выполняя сведение лопаток и ягодиц в верхней точке, задерживаюсь. Кисти все время выше, чем локти, тянутся вверх. И опускаюсь вниз. Работаем в своем темпе. Обрати внимание, поясница не работает. Сейчас все внимание на ягодичных мышцах и на сведении лопаток. Задержись наверху. Почувствуй всю мощь своего корпуса. Силу всей задней поверхности тела. Выдох и вдох. Класс. Каждый раз раскрываемся все больше. Чувствуем силу в своем теле. Выдох. Отлично. Продолжай, продолжай. Еще 30 секунд. Давай, давай. Вместе со мной. Последних 10 секунд. Давай. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Также обязательно уходим на вытяжение в позу ребенка. Расслабляем всю заднюю поверхность тела. Класс. Все, сейчас будет веселье. У нас с вами будет во время онлайн-тренировки 3D-планка. Можно выполнять с опорой на кисти, можно выполнять с опорой на локти. Посмотрите. Принцип топ состоит, что мы с вами удерживаем корпус в правильном положении за счет мышц пресса, но при этом совершаем круговые движения, да, без всяких прогибов. Пресс всегда находится подтянутым. Рисуем большой круг. Минимальная нагрузка на все мышцы, максимальная на пресс. Старайтесь рисовать большой-большой круг. Посмотри, поясницу убираем. Подтянуть таз и сжать мышцы живота. Работает прямая мышца живота, работают косые. 4, 3, 2. В обратную сторону то же самое, да? Вообще с опорой на кисти будет чуть посложнее. Если у вас нет ограничений, и запястья могут себе это позволить, то поднимайтесь выше. Давай, давай, еще. Чем больше круг, тем больше работы мышц пресса. Не жалейте себя, пожалуйста. Впереди еще одно упражнение, мы закончим этот круг. Давай еще 4, 3, 2, 1. Good. Отдыхаем. Уходим на вытяжение. Расслабляемся. Впереди последнее упражнение. Оно будет на пресс. Мы опускаемся вниз. Ложимся. Руки убираем либо за голову. Тут два варианта, да? Либо мы будем сидя, но, например, с весом. Будем делать диагональные скручивания. Смотри, два варианта. Либо работаю с весом, сидя, либо без веса, лежа. Нагрузка в целом похожая. Адаптируем движение под себя. Выдох. Шея не работает. Работает пресс. Вы можете ускориться, да? Не забывайте о том, что я говорила. Распределяем нагрузку на минуту. Но так как это последнее упражнение в круге, упражнение на пресс, а пресс должен гореть, постарайтесь ускориться немножко.
увеличить нагрузку, так чтобы пресс поработал на максимум сейчас. Выдох, 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 выдох. Не забывай дышать. Так, ну что, еще 10 счетов. Давай, 10, ускорься. 9, 8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхай. Поднимай руки вверх, ноги вниз. Релакс. Сейчас как будто и нет никакой тренировки, да? Но у нас впереди еще два круга, поэтому глоток воды, и мы продолжаем. Так, я разбросала все гантели. Если вы тоже собираете их в кучу, они нам понадобятся. В целом, у нас с вами будет похожий круг на первый. Мы, возможно, его чуть-чуть усложним. Напоминаю, что вы можете его усложнить сами в любом упражнении, взяв вес побольше в руки или, например, как в отжимании выпрямить ноги. Ну что, наверное, пока я с вами общалась, вы уже отдохнули, попили, воспользовались полотенцем. Мы можем продолжать. Зря, кстати, я встала. У нас с вами снова движение на полу, ягодичный мост. Как раз здесь точно можно взять хороший вес, посадить на бедра ребенка или кота. Шутка, конечно. Ягодица – самая крупная мышца, да, в теле, одна из самых сильных. Мы выталкиваем себя вверх. Выдох. 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 Стараемся максимально сжать ягодицы в верхней точке. Чувствуем работу. Выдох. Что можно добавить? Можно, кроме веса, добавить темп, да? То есть вы можете работать быстрее, но при этом сохраняя хорошую технику. Смотри, поясница не напрягается. Она полностью расслаблена. А вот у ягодиц сейчас хорошая работа. Большая ягодичная. Высокий подъем. Толкаемся, толкаемся. Наша задача ягодицы сейчас утомить, чтобы во время приседов и выпадов у нас лучше подключались именно ягодицы. Выдох, выдох. Класс, еще 4. Давай, 3. Выше, 2. Останься наверху, стоп. Пружиним, пружиним. Опять ягодицами, да? Не поясницей. Давай, 4, выше, 3, 2, и затянуть максимально высоко, 1. Релакс. Убираем гантели, колени быстренько прижали, расслабили поясницу, и через перекат корпус подтягиваем колено, поднимаемся вверх. Аккуратно встаем, да, без резких движений, чтобы звезд в глазах раньше времени не было. У нас с вами движение стоя. Снова кладем гантели так, чтобы разделить ковер на три части. Готовы? Выпад. И ухожу на присед. Уже не объясняю, да, вы уже в курсе того, что происходит. Если вы только что к нам присоединились, ничего страшного, подключайтесь. Упражнение достаточно понятные. Опять, да, можно добавить вес. Что ж такое? Руки, просто взять вес, сохранять работу корпуса. Выдох. Давай. С весом вообще будет другое дело. Еще, еще. Выдох. Выдох. Давай, еще 10. Эй! Выдох. 9. Еще. Четыре всего. Эй. Глубже, глубже. 3. Еще 2. И последний раз. 1. Хорошо. Не отдыхаем. Меняем постановку, толчковую ногу и продолжаем. Садимся глубоко, держим спину.
Эй! Еще. Вдох. Выдох. Выдох. Как дела? Давай. Эй! Класс, еще 9. Эй! 6. Глубже, глубже. 5. Терпим. 4. 3. 2. 1. Хорошо, ноги сбросили. Глоток воздуха. Если нужно воды. Дальше. Прекрасное упражнение на спину. Лопатки, пресс. 45 градусов в корпусе, бедра выключены. И погнали. Выдох. Выдох. Только лопатки сейчас. Еще. 8. 7. 6. Своди лопатки. Шея расслаблена. Выдох. Еще 2. Внимательно, движение руками только вперед. 8 7 6 5 4 3 2. Давай соединять в сторону и вперед. Выдох. Еще. Выдох. Выдох. Терпим. Вот. Давай, впереди еще 4 счета до конца. 4. Выдох. 3. Терпим, терпим. Еще 2. Последний раз. Оп. Хорошо. Отдыхай. Расслабить спину обязательно. Обязательно всю заднюю поверхность. Так как дальше она снова будет в статике. Ноги ставим широко. Следующее упражнение. Совмещаем работу на спину. Бицепс, то есть ноги. Готовы? Давай. Медленно снижаемся вниз. Фиксируем себя удобно. И добавляем движение за рукой. Что работает? Ноги, ягодицы, спина, пресс. Поддерживаем тело в вертикальном положении. Также дельта, да, конечно. Оп. Выдох. Сохраняем движение. Поднимайся и опускайся. Если устал, чуть ниже. Оп. 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 До конца. Всего 4. Эй. 3, 2. Один. Ух, хорошо. Стопы расслабили. Округлили корпус. Кладем гантель. Что ж, дальше снова бёрпи. Помните, сил много. Давай прыжки. Поехали вместе со мной. Я делаю базовое движение без прыжков. Оп. По ограничению здоровья, да, по самочувствию сегодняшнему добавляем себе нагрузки. Класс. Класс. Выдох. Дышим. Не забываем. Давай, контролируем себя. Ух, на прыжках уже можно было, наверное, вообще пропотеть на максимум, поднять пульс еще выше. На шагах, в принципе, мне тоже неплохо. Ух, дышим. Давай, еще 5 движений. До конца всего 4. Дышим. Раза осталось, и все, давай. И еще 2. И последний раз. Давай со мной.
Нарыша, мы останемся внизу. Отдыхаем. Дышим, дышим, дышим. Расслабляем спину. Пресс, руки, плечи. Good. Поднимаемся вверх. Дальше у нас снова жим. Чередовать буду широкий, узкий. Подтянут пресс. Вы можете работать с опорой на стопу, на колено, либо даже без платформы. Давай, чередуем широкий жим и узкий. Локти во время узкого жима идут вдоль тела. Подключаем трицепс на узкий жим и выталкиваем себя вверх. Посмотри, должен быть сильный пресс, да? Живот не висит, нет углов никаких. Корпус находится на одной ровной линии. Давай, еще 8 счетов. Хочешь, ускорься. Давай. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхай. Дышим. Отлично. Ну что, переворачиваемся. Дальше сведение лопаток, ягодицы. Уже все работало сегодня, да? Тело подключено. Опускаемся вниз. Готовимся к работе. В коленях легкий сгиб сейчас. Расслабленные ноги, да, мы их не вытягиваем. В руках 90. И погнали. Со мной на каждый счет. Выдох. Выдох. Своди лопатки. Сжимай ягодицы. Шея расслаблена, да? Выдох, выдох. Хочешь добавить нагрузки? Вытяни руки. Еще. Выдох. Еще. Выдох. 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 Давай еще. Хоп. Выдох. Выдох. Классно. Еще. Вот. Выдох. Давай, всего 10 счетов впереди. Терпим. 9, 8, поднимайся выше. 7, 6, 5, 4, до конца. 3, еще 2, 1, стоп. Держись, держись. Поднимайся еще выше. 4, 3, до конца. 2, 1. Релакс. Хорошо, поднимайся через скручивание. Уходим в позу ребенка. Расслабляемся. Класс. Поднимаемся вверх и разворачиваемся. Ложимся на спину. Дальше у нас с вами. Помните что? Мы чуть-чуть поменяем местами диагональное скручивание и завершим 3D-планкой. Руки за головой. Поехали. Выдох, выдох, выдох. Уходим на диагональное скручивание. Если вам хочется, вы можете подняться корпус чуть выше, взять вес, усложнить себе нагрузку. Продолжай. Выдох, выдох. Также поможет нам увеличение нагрузки. Темп. Выдох, выдох, выдох. Давай. Еще, пробуем ускоряться. 20 секунд впереди. Самое интересное. Пресс. Давай, давай. Еще 4. Скорей, скорей. 3, 2, 1. Отдыхай. Класс. Это самое лучшее положение, я считаю. Вот так. Через колено поднимаемся вверх. У нас еще 3D-планка. Не расслабляемся. Помнишь, да, либо кисти, либо локти, как вам комфортно. Больше нравится на локтях. Опускаемся вниз, фиксируем свой пресс и погнали. Подкручиваем себя, рисуем круг. Круг должен быть равномерным, да? Мы стремимся с вами быть симметричными, чтобы тело работало синхронно с двух сторон. Давай еще 10 счетов. Терпим. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Три, еще, два, один. Отдыхай. Ненадолго. Возвращаемся и переходим то же самое на другую сторону. Самое главное сделать две разные стороны, да, не перепутать. Задача нагрузку распределить равномерно на две половинки тела. Старайся нарисовать большой-большой круг. Фух. Так, ну что, 8 счетов впереди. Я смотрю на ваш пресс через камеру. Давай еще 4, 3, 2, 1. Good. Отдыхаем. Класс. Ну что, еще один круг. Глоток воды, вдох-выдох. Сейчас себя не жалеем. У нас в круге всего 9 упражнений. 9 упражнений по минуте. Давайте подумаем, посчитаем это 9 минут работы. Только от вас зависит, как вы сейчас поработаете, понимаете? Настроиться, собраться, между движениями отдыхать, во время движений пахать. Берем гантели или что-нибудь другое тяжелое, да, мы в очень выгодных условиях сейчас, можем взять любой вес. Ноги согнуты в коленях. Гантели убираем на тазовые кости и погнали. Ягодичный мост. Выдох. Выдох. Продолжайте делать. Если вдруг есть желание еще усложнить нагрузку, мы можем поднять ноги на платформу и тем самым добавить себе нагрузки на бицепс бедра и на ягодицы. Выдох. 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 Ягодицы вверху сжать. Давай, давай. Выдох. Выдох. Впереди всего 10 счетов. Терпим. Давай. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Выше давай. 3. Еще могу. 2. Стоп. Останься наверху. Вес тела на пятках. Сжать, сжать ягодицы. Сильно. Давай. 8 пружин и все. Максимальная амплитуда. 8. Выдох. 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 6. 5. Терпи, терпи. 4. 3. Давай. 2. Максимум сжать. 1. Опустились. Класс, убираем гантели. Колени прижали, расслабили поясницу, бедра. Аккуратно поднимаемся вверх. Плавно, да, без рывков. Разделили ковер. 3 части. Круг последний, отдыхаем минимально. Гоу. Выпад. Присед. Добавляй движение через верх. Не забывай дышать. Давай, всего 10 счетов. 10. Наверху выдох. 9. Молодец. 8. 7. Отлично. 6. 5. 4. Выдох. 3. Еще 2. До конца. Последний раз. Хорошо. Долго не отдыхай. Смена опоры. Go. Чередуй. Присед. Выпад. Еще. Контролируем себя. Колено за носок. Не выходит. Ягодицы с усилием тянем назад. Железный пресс. Собранные лопатки. Выдох. Давай, впереди всего 4 движения.
терпим. 4. 3. Давай еще 2 раза. И последний раз. Go. Ух. Хорошо. Сбросили стопы. Отдыхаем. Супер. Гантели в руки. Спина. Готовы. Корпус 45 градусов. Лопатки. Пресс. И погнали. Выдох. Выдох. Посмотри. Чем ниже наклон корпуса, да, тем больше нагрузка. Параллель наш максимум. Стараемся стоять так, чтобы не было круга в пояснице. Тем более в грудном отделе. Себя выпрямить, вытянуть за макушкой вверх, за копчиком вниз. Тело длинное. Давай, еще 10. 9. Продолжай. 8. 7. До конца. 3. До конца. 2. Последний раз. Хорошо. Поднимайся вверх. Расслабь спину. Класс. Ну что, одна гантель нам, да, нужна. Вторая отдыхает. Совмещаем присед, выпад, статика и динамика одновременно. Поехали. Садимся вниз. Фиксируем себя. Рука перед собой. Go. Движение. Up. Статика. Бедра. Чуть-чуть добавляю движение корпуса. Не забывая дышать. Продолжай. Вдох. Выдох. 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 Отлично. Давай. Впереди всего 10 счетов. 9, 8, 7, 6, 5, терпи, 4, 3, до конца, 2, 1. Ух, как хорошо. Если у вас был вес больше, чем мой, то вам должно быть вообще отлично. Ну что, бёрпи, да? Помнишь, шаги или прыжки, у каждого свой вариант. Ух, давай еще 10 секунд. Дышим, дышим. Отдыхаем. Готовы? 3, 2, 1. Движение вверх. Через планку. Жим. Толчок. Зашагиваем. У нас, кстати говоря, осталось вообще очень мало упражнений. Поэтому давай. Если вдруг по какой-то причине вы чувствуете, что вы еще не устали и сил полно, сейчас ускориться, добавить темпа, прыжки. Можно, кстати, еще вес в руки взять. Если у вас комфортные гантели или, например, домашние блинчики, железные, конечно же, да, не из муки. Выдох. Давай, всего 5 движений, вы можете ускориться, работать быстрее, чем я. Либо, наоборот, замедлиться, это не страшно. Еще 4. Давай. 3. Толкаемся. Дышим. 2. И последний раз. Хорошо. Останемся внизу. Выдох. Отдыхаем. Расслабляем спину. Пресс. В общем, всю верхнюю часть тела. Будем считать, что мы отдохнули. Впереди только верхняя часть тела. Слово «жим». Буду чередовать широкую или узкую постановку. Помнишь, да? Стопа, колени. Ваш выбор. Go. Узкий и широкий. Можешь добавить прыжок. Так даже, кстати, чуть легче работать. Отлично. Старайся расслабить шею. Нет никаких крючков, да, трапеция расслаблена, свободна.
работают грудные, работает трицепс. Обязательно напряжен пресс, если вам тяжело. Напрягите компресс. Почувствуете, да? Тело окрепнет, станет работать легче. Давай, 8 впереди. Работаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхай. Класс. Как дела? Давай мы на 3D-планку снова вернемся. Опять делаем чинч такой. Кисти или локти. Отдохнули, нет? Давай. Напрячь пресс. Нашли правильное положение. Сгиб 90 градусов. Нет никаких прогибов, да? И погнали. 3D-планка. В онлайн-тренировке это, конечно, весело. Наслаждаемся моментом. И работай пресса. Дышим. Выдох. Большой круг. Не опускайся сильно низко, да? Если поясница не позволяет, или есть какой-то дискомфорт, мы можем работать только в верхней точке. Меняем сторону. Оп. Класс. Просто супер. Дышим, дышим. Давай еще 4. Выдох. 3, 2. Последний раз. 1. О, отдыхай. Ну что, завершаем, да? Диагональное скручивание. Помнишь, либо сидя это можно сделать, можно сделать лежа. Сидя будет вес, стоя работаем без веса. Гоу! Мы не отдыхаем сейчас специально вообще. Вот сейчас конец тренировки. Пресс должен поработать на 10 из 10. Поэтому, пожалуйста, ускорьтесь, если вам легко, возьмите вес. Сейчас прям вот прорабатываем пресс. Должен быть максимум, не жалеть себя вообще. Быстрый-быстрый темп. Ровное дыхание, нижние ребра прижаты к полу, работают косые, прямая мышца живота. Давай, давай, терпим. На каждый счет, на каждый счет. Дышим, дышим, дышим без остановки. Давай, всего 10 счетов. Терпи. 10, 9, 8, 7, до конца. 6, 5, 4, до конца, 3, терпи, 2, 1. Отдыхаем. Руки вверх, ноги вниз. Класс. Пока отмокайте в этом положении, я переключу нам трек на более спокойный. Слушайте, мне понравилось сегодня. Вы большие молодцы, если вы все еще со мной и закончили тренировку. У нас было целых 3 круга, да, они были несложные. Но можно было найти способ все-таки нагрузиться, да, я вам рассказывала. Сейчас нам нужно расслабиться, восстановиться, войти в привычный ритм, более спокойный, дневной. Давайте потянемся. Ладони кладем на колени, подкручиваем таз, округляем грудной отдел. Подкручиваем поясницу, точнее подкручиваем таз, расслабляем поясницу. И сейчас наслаждаемся вытяжением задней поверхности тела, шея, спина. И вытянемся в обратную сторону. Шея длинная, потянитесь. Кисти соберу в замок. Грудной клеткой потянусь вверх, шея длинная, плечи внизу. Заглядываем сейчас подбородком за спину в одну сторону и также в другую. Давай еще разок в одну. Чувствуем, как тянется шея, трапеция. И в другую сторону плечи, кстати, немного. Отлично. Останемся ровно. Сейчас перед собой рука. Расслабляем плечо.
также этой же рукой бицепс. Внимательно за этой же рукой сделаем наклон. Локоть стремится к полу. Обе ягодицы остаются на полу. Посмотри, я не скручиваюсь, да? Взгляд и грудная клетка тянутся максимально к потолку. Потянусь по диагонали. Суровая реальность. Можно зачем-то правда потянуться. И поднимаемся вверх. Хорошо. Другая рука. Тянем плечи. Кисть к центру спины, трицепс. Сразу уходим на боковой наклон. Всю боковую поверхность тела растянем. Локоть стремится к полу. Ягодицы на полу. И тянемся по диагонали. Хорошо. Остаемся прямо так же. Ноги открываем, насколько позволяет тело. Садимся прямо. Удлиняем себя. И кладем корпус на одну ногу. Растягиваем всю заднюю поверхность бедра. Отдыхаем. Также сделаем движение на другую сторону. Так, на выдох. Что мы делали в силовой? Сокращались. Наоборот. Идет стретчинги. На выдох мы мышцу расслабляем. И также идем вперед. Наклоняем корпус на центр. Опускайтесь, насколько позволяет тело. Просто кайф. Настраиваем дыхание. Хорошо. Поднимаемся вверх. Сгибаем перед собой правую ногу. Нам осталось всего ничего. Мы разворачиваемся и растягиваем ягодицу правой ноги. Опускайтесь на локти, чтобы увеличить нагрузку. Можно вытянуться полностью, лечь. Сегодня работа у нас была с вами на все тело. Да, и в конце тренировки мы обязательно стараемся потрогать каждую мышечную группу. Подхватываем стопу и растягиваем переднюю поверхность бедра, квадрицепс. Хорошо. Опускаем ногу. Также через центр. Разворачиваемся и сделаем то же самое на другую сторону. Симметрия. Да, все как мы любим. Локти, кисти. Расслабляемся, дышим. Хорошо. Поднимаемся вверх. Подхватываем себя за стопу. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Отлично. Развернусь на центр. И сейчас полностью сменю положение. Выхожу на самый край ковра. Себя обниму под колени. Расслаблю спину. Полностью вытягиваюсь. И через перекат ухожу вниз. Подхватываю себя за две ноги. Растягиваем снова подколенные мышцы. Открываем ноги в сторону, подхватываем руки под колени и опускаем через гиб правую ногу вниз, левую вверх. Уходим на скручивание, взгляд убираем к противоположной стороне. Это последнее упражнение. Через верх убираем ногу и то же самое сделаем с другой стороны. Приятное диагональное вытяжение всего корпуса. Скручиваемся. Класс. Возвращаемся на центр. Сейчас просто надо лечь. Самое простое задание на сегодня. И представить, что утро наступило только сейчас. Потянуться за руками, за ногами. Сделать движения такие хаотичные, как просит ваше тело. Если по-простому, поваляйтесь в свое удовольствие. Класс. И через одно колено поднимаемся вверх. Корпус притягиваем к колену. Останемся сидя. Не будем вставать пока, да? Насладимся восстановлением. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что работали, что старались, не сдавались. Ждем вас каждый день на наших тренировках. Пока-пока!